Алиса, еще рано смеяться. Хватит! Всем привет! Проводила моих, точнее провожаю моих на прогулку. Сейчас они пойдут друг друга мылить и купаться в снегу, а я пока собираюсь на стрижку. Я иду к часу, так что смотрите. А сейчас сколько? На время. Кстати, сейчас у меня новый уход для лица от Веледы. Маленькие у них, оказывается, баночки. Дневной ночной крем всего по 30 мл, а крем вокруг глаз вообще 10 мл. Ну, вы знаете, да, как правило, крем вокруг глаз бывает где-то 25 мл, а дневные ночные 50. И очень быстро заканчиваются, всего там раза 3 пользовалась, уже вот здесь пусто. Ночной ужасно воняет, ужасно просто. Ну, вот это так, более-менее, но такой тоже жирноватый. Приходится ждать, пока он впитается. Вчера Лёша посмотрел мое видео. Во-первых, отругал меня за то, что я дала Алисе этот листочек. Так что вы все победили. И еще вчера мне такой говорит: когда это я тебе разрешала губу увеличить? Такого бы не было. Я говорю: было. Я помню, что я как-то ему очень часто это все говорила. И буду наносить Skin Illusion Mineral, мой любимый тональный крем от Clarins. Я им очень давно не пользовалась. Во время беременности вообще им как-то не пользовалась. Так, насчет волос, девочки мне также писали, что Карин, попробуй просто затонировать. Дело в том, что в моих еще добеременных влогах я рассказывала, что хотела пойти к одной девчонке, у которой там, знаете, запись там за 2 месяца. Ну, у нее, правда, и услуги такие дорогие, то есть мои волосы там обошлись бы мне в 1006-8. В общем, я хотела, у меня уже тогда было где-то вот так вот, моих отросших корней, и я хотела все остальные крашеные волосы затонировать под этот цвет и сделать немножко растяжку на волосах. И она мне тогда сказала: приходи, я, в общем, ну, на тестирование твоих волос. Я должна посмотреть твои волосы, в общем, потом ответ скажу, буду я как бы с тобой работать или нет. В итоге, когда я пришла, она посмотрела мои волосы, говорят: ой, очень много слоев краски, очень много, ну давай попробуем. И одну прядку мне попробовала смыть, да, чтобы затонировать, потому что мой же цвет волос, он светлее, как бы оттенок каштановый, нежели вот эти вот крашеные. Все, мы ушли. Хорошо, давайте. В общем, она попробовала мне смыть эту прядку, я там сидела с ней, и она там, ну, чуть-чуть, знаете, поржавела. Даже она не осветлилась, она просто чуть-чуть поржавела. И она мне сказала: не-не-не, короче, отращивай свой цвет волос, потом приходи, потому что, говорит, я за результат не ручаюсь, то есть у тебя не получится то, что ты хочешь. Так что она от меня отказалась, и вот все это время я выращивала, отращивала свой цвет волос. Еще у меня проблема в том, что у меня снутри очень-очень сильно путаются. Я сейчас, наверное, полчаса расчесывала, вычесывала эти волосы, и вот здесь внутри они у меня уже, знаете, такие все сеченые, пористые, из-за этого они, наверное, там и путаются. Причем они путаются, даже если я просто хвостик делаю, вот под этим хвостом, вот так вот все, особенно с теплой одеждой, когда свитер, там же все это тоже электролизуется. Я замучилась. Конечно, мне жалко стричь волосы, и Леша опять начал говорить: ну зачем ты стрижешься? Он просто, я понимаю, ну, что я распускаю по факту их только на видео, потому что дома неудобно ходить с длинными волосами, Алиса постоянно там дергает. Ну и хочется девчонке, конечно, какого-то разнообразия. Хотя не знаю, может, я сейчас приду, и Нина меня отговорит, как в прошлый раз. Еще раз убедилась, насколько все-таки это классный тональный крем. Очень его люблю. Осталось у меня вот столечко мало, но потом надо будет еще раз его взять. Правда, самый у меня любимый все равно остается BB-крем, по-моему. По-моему, это BB от Миши, а не Сиси. Потому что он просто идеально для белоснежек подходит. Но вот этот тоже классный, тональный. Очень его люблю. Часто вместо румян, ну как бы типа скульптурирования, я наношу вот такие тени. Обожаю просто их от L'Oréal. Это оттенок 501 Topaz Rose. Они офигенные просто. Я вот так даже беру пальцем и наношу их вот так. Вот так вот.
потом растушевываю. Теперь наношу мой любимый хайлайтер. Это Pupa лимитка. Like and All Golden Infusion. Вот так вот он выглядит. Очень его люблю. Правда, мне кажется, эта кисточка была окрашена немножко. Да, ну как обычно, Карина. В моем стиле. Что-нибудь накосячить. И последний штрих в моем макияже. Это корректор. Как видите, я его очень люблю. И до сих пор пользуюсь. Это пуповский корректор. Так. Наношу. Алиса уже хочет спать, нервничать на заднем фоне. Что буду ее сейчас тоже укладывать. Ну все, девчонки, я готова. Волосы не мыла, там помою. Еле, правда, их расчесала. Сохраню на память в этом видео свою длину. Вперед! Нажимай. Ну что, отрастут? Это сейчас такая легкость. Да, тут. Свои, да, вот натуральные. Моих волос у меня не было с лет 11, как я начала их красить. Причем у меня папа, он заметил, что я стала блондинкой где-то, когда уже у меня вот так вот корни выросли мои. Он так на меня посмотрел, ты что, осветлила волосы? Теперь поворачивайся на меня. Девчонки, ну что, я уже дома. Лёша мне сказал, что ты не моя жена. Чувствую я себя очень легко. Волосы были уставшие, такие прям сухие. Нина тоже сказала, что они прям сухие у меня. На улице был такой ураган, что как только я вышла, меня пол прически просто сдуло. А сейчас у нас будет такой семейный просмотр какого-нибудь фильма с Русланчиком и с Лёшей. Лёша уже накупил чипсов, накупил колы. Так что сегодня будем просто валяться на диване, поедать всякие вредности и смотреть телек. Ну и решила, раз уж я накрашена с прической, то нельзя упускать момент и надо заснять какое-нибудь видео. Завтра буду все это примерять на себя. Все, девчонки, наверное, этот небольшой влог я на этом подведу к концу. Спасибо, что посмотрели его. И очень надеюсь вас увидеть в других своих видео. С вами была Карина. Пока-пока. Что вы думаете о прическе вашей жены? No comments. I'm shocked. Это что такое? Неправильный ответ, заново снимаем. Что вы думаете о прическе вашей жены? Харе в 25-й раз. Ну ты все время неправильный ответ говоришь. Что хорошо, но вот и спрашиваю. А вы знаете, это самая лучшая прическа, которую я видел, да. Ты тоже так считаешь?